пошел двери открывать, как бы надо идти, это, мама домой, я не пошла. Он решил двери открыть. Не послушал меня, я схватила нож. Откуда его схватили? Из-под дивана, из-под стола. Из-под этого? Да. Дальше что произошло? Он не смог двери открыть, я схватила нож. Два или три удара в бок. Где вы наносили первые удары? Видите?